Когда отец любит дитя, он склоняется над ним с такой любовью, оставляет свою речь, чтобы говорить с ним его речью, оставляет свое место, чтобы играть в его игры, оставляет весь свой мир и всю свою зрелость 30-40-летнего или того больше, чтобы быть взволнованным, искренне взволнованным тем, что волнует ребенка, реагировать так же, как реагирует он, жить вместе с ним в его мире всем своим существом. Но он отец, не ребенок. Он взрослый человек, даже когда играет с ребенком. Именно будучи действительно взрослым, он может позволить себе быть ребенком, оставаясь взрослым. Бог чувствует нашу боль и нашу радость. Он живет с нами в нашем мире. Однако он бесконечен, удален от всего, даже пребывая в нашем мире. Из книги «365 размышлений» Ребе Менахем Менделе Шнейерсона.